Самуэль, так же, как и Фернандес, своими программами дарит праздник публике. И от него мы вправе ожидать большого, яркого, красочного шоу. Как и обычно, в общем. Опять бабочка, как и в короткой программе. Старая беда. Да. Пошел на тройной аксель и исполнил 2.5. В короткой он вообще 1.5 оборота сделал. Аксель все-таки сделал на этом чемпионате, да. Себе индейцев танцующих у костра. Единственное, что у них, наверное, на вида не бывает у индейцев-то. Если только у каких-нибудь уже канадских индейцев с помощью эскимосов. Но все-таки, на мой взгляд, чуть-чуть до представления Фернандеса не дотягивает эта программа. Как говорится, контест не молодец, но истина дороже. Тройной сакл, двойной тулуп. Да, заявлен был тройной сакл, тройной тулуп, да. Но, тем не менее, большой молодец итальянец. Он очень здорово откатал свою произвольную программу.